Пункт отбора на контрактную военную службу – это стартовая точка для тех, кто хочет пойти добровольно защищать границы России. Ежедневно по адресу Октябрьской, 30, в Орле собираются мужчины, что готовы сделать взвешенный и осознанный выбор. Помогают им в этом работники пункта отбора на военную службу по контракту. Пункт отбора Орловской области ежедневно обращаются неравнодушные граждане, желающие исключить контракты для вступления в вооруженные силы Российской Федерации. Инструктора пункта отбора, в свою очередь, помогут с оформлением документов, расскажут о социальных льготах и гарантиях. Напомню, что социальные льготы и гарантии распространяются не только на самого военнослужащего, а также на членов его семьи. Мы находимся по адресу улица Октябрьская, дом 30. Также с нами можно связаться по короткому номеру телефона горячей линии 117 или по номеру телефона 5403-86. Присоединяйтесь к своим. Многих из них сделать этот выбор подтолкнуло то, что родные и знакомые уже находятся в зоне проведения СВО. Защищают нас на самом передке. Отстаивают честь, достоинство и интересы нашей страны. Брат мой там, племянник там и друг мой там.